Социальное самочувствие населения России стало темой обсуждения на Совете при полномочном представителе президента в ЦФО Александре Беглове. Что необходимо сделать, чтобы население было удовлетворено жизнью в том или ином регионе, собрались обсудить главы субъектов ЦФО и председатели законодательных собраний. Брянскую область на Совете представили губернатор Николай Денин и председатель областной думы Владимир Гайдуков. Мы вели разговор, что нужно сделать для того, чтобы все слои населения чувствовали себя уверенно. Это нужно создать хорошее рабочее место, чтобы работа достойно оплачивалась, чтобы все уровни власти могли оказать населению все те услуги, в которых они нуждаются. Как будет развиваться страна в будущем, зависит от современной молодежи, отметил полпред Александр Беглов. Не случайно проведение совета было приурочено к первому всероссийскому форуму «Будущее. Интеллектуальные лидеры страны». Форум собрал одаренных школьников и их педагогов со всех уголков страны. Всего в нем принимают участие более 700 детей из всех 83 регионов Российской Федерации. Среди них победители международных и российских конкурсов, олимпиад, авторы научных и исследовательских проектов, обладатели патентов на изобретения. Губернаторы посетили выставку форума и смогли оценить достижения молодых интеллектуалов. То, что вот сегодня здесь происходит, все уровни власти должны, как говорят, поливать, удобрять, чтобы вот эта молодая порость росла. И вот, наверное, то общение, которое происходит здесь сегодня, ни за какие деньги никто не сможет купить. Это нужно распространять и системно, то, что и делается сегодня. Елена Смирнова, события, Ярославль.